Способность стоит на трех китах – здоровье, энергия и выносливость. Если вы работаете 24 часа в сутки без выходных и полноценного отдыха, это очень может сильно сказаться на результативность вашей работы. Сегодня специалисты говорят, что нужно отдыхать и именно научиться эффективно. Как это сделать, нам сегодня расскажет за чашечкой кофе психолог Татьяна Тимченко. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Диляра. Ну, расскажите нам, исходя из практики, умеют ли сегодня люди отдыхать? Люди все больше и больше забывают про отдых. Конечно, 24 часа работать нам чисто физиологически не удается, но при этом надо помнить, что отдых – это тот процесс, который восстанавливает силы человека. Чем все-таки люди обуславливают вот эту вот, так скажем, много работы и мало отдыха? Ну, во-первых, это компании об этом говорят, что нужно быть быстрее, лучше, сильнее. Второе, люди смотрят соцсети и видят, как другой человек проявляет активность, как много работает, чем обладает, какие ставит цели. В-третьих, это культивируется в семьях, что нужно больше работать для того, чтобы... Хорошо жить. Ну да, здесь каждый отвечает на свой вопрос сам. Это вот три основных и таких вот глобальных вещи, которые гонят человека, заставляют его бежать все больше, дальше и сильнее. Почему так важно отдыхать? Ну, как я сказала, это про то, что... процесс, который восстанавливает силы человека. То, что загнанный человек... Ну, есть такое выражение, загнанных лошадей пристреливают, уж простите за это понимание. И если человек загнанный, это может привести к эмоциональному выгоранию, к эмоциональному истощению, когда человек начнет делать ошибки, когда не будет вот этой страсти в работе. Наслаждение. Наслаждение в работе. Ну, наслаждение здесь тоже такое понимание двоякое, потому что ну, наслаждение «хочу» – это такое детское слово, да, а «надо» – это взрослое. Иногда нам нужно не то, что я хочу, а то, что надо делать. Отдых восстанавливает силы и сохраняет здоровье. И если у человека в ценностях здоровье не на первом, а на 45-м месте, то, конечно, человек отдыхать, как правило, ну, вот как придется. Отдых бывает активный и пассивный. Да? Активный – это лыжи, это пробежка, это фитнес-залы, это то, что я не люблю, я не делаю это. А пассивный отдых – это сон в первую очередь. Это сон, восстановление сил, это массаж. Это то, чем я заменяю активный отдых на протяжении 7 лет раз в неделю. Отдых бывает эмоциональным, это такое созерцание, даже это больше, наверное, сенсорное созерцание, когда мы смотрим на какие-то красивые картины, картины, допустим, природы, это даже одеть какую-то повязку для того, чтобы побыть в своем внутреннем мире, отдохнуть, то вот не видеть образы, да, потому что мы же отвлекаемся, там разговаривают, здесь мы видим какое-то яркое пятно, женщины часто видят то, что сзади них находится, поэтому, когда мы одеваем повязку, мы находимся в себе, это такого своеобразного рода медитация. Отдых бывает эмоциональный, да, когда мы вот в такой прекрасной беседе, мы общаемся с друг другом, когда мы открыты, когда мы искренни, это тоже восстанавливает силы. Когда человеку понять, что вот ему нужно отдыхать? Вот какой вот первый такой звоночек? Вы знаете, как раз человек не умеет тот отдыхать, который не слышит свое тело. Мы очень часто такая голова на ножках. И если нет контакта с телом, то звоночка никакого человек не услышит. Он ложится, садится отдыхать, когда устал. Поэтому, если бы вы меня
вы меня спросите за совет, что делать, отдыхайте раньше, чем вы устанете. А до того момента, когда тело вот так стукнет по столу. Да, оно, знаете, оно стукнет по столу, когда, когда оно уже так сильно устанет, и оно может так сильно стукнуть, потому что предательство тело не прощает. Есть, как написали наши зрители, и спрашивали, а вот вроде бы ты уходишь в отпуск, да? Но все равно вот это чувство вины и чувство тревоги, оно все-таки есть. Вот ты вроде отдыхаешь, и ты вот, ну, не можешь полностью расслабиться. Как тут быть? Как справиться с тревогой и стрессом во время отдыха? Угу. Ну, Диляра, я отмечу, что полностью расслабиться – это когда смерть. Это вот прям полностью человек расслабленный, это смерть. В данном случае мы говорим про отдых, да, от работы. Да, а про отдых от работы человек не может расслабиться. У него мысли, он думает, а как там без него, что происходит? Это, то есть это люди, которые либо перфекционисты, либо гиперответственные, вот этот вот синдром еще отличника. И эти люди действительно могут лежать на пляже, могут лежать, сидеть с книгой в руках и при этом чувствовать вину, что что-то они не доработали. И вот этот тотальный контроль, вот как от него избавиться, стоит вопрос. Это как раз про делегирование, это как раз про то, что если у человека есть начальник, уточнить все вопросы с начальником, с коллегами. То есть вот это делегирование – это очень важный такой момент в плане отдыха. Татьяна, как людям прийти к тому, чтобы вот отдыхать, как научиться отдыхать и как нужно отдыхать? Психологи советуют, что нужно отдыхать раньше, чем вы устали. Это первое. Второе – расставить приоритеты. Здоровье поставить, ну, на первое место. Вот прям сделать ее ценностью своей жизни. Потому что если человек не понимает, что здоровье – это ценность, и она приоритетна, то отдыхать человек не научится. Следующее – делать отпуск ежедневно. Я вижу ваши глаза. Да, и как это? Да, это по 5 минут, по 5 минут хотя бы вот назначать это отпуском. Не перерывом, не передышкой, но для своего сознания 5 минут идти в отпуск ежедневно. Вот прямо приучать себя к этому. И что делать в эти 5 минут? Отдыхать полностью, абстрагироваться? Можно созерцать, да. Мы с вами говорили о разных видах отдыха. Можно созерцать, можно... Повязку. Можно повязку, да. Даже можно и читать книгу, но при этом не чувствовать вины. Потому что если человек лежит, отдыхает, вроде бы как отдыхает, и при этом чувствует вину, то он не отдыхает, да. Это уже просто в урну, правильно? Такой отдых. Да, человек не отдыхает, не отдыхает. Ну и как все-таки еще можно отдыхать? Прям еще самое важное, что я забыла упомянуть, это сон. Сон – это важная часть нашей жизни. Именно когда человек спит, когда наступает темнота, то вырабатывается такой гормон мелатонин, тот, который способствует расслаблению всего нашего организма. И ночью чинится, ну, первое, что информация из кратковременной переходит в долговременную память, и ночью чинятся вот те клеточки организма, вот я говорю простыми словами, чтобы было понятно, которые, ну, где-то, где у которых... Разрушились. Да, появляются дыры или где-то вот есть некая нецелостность. В данном случае здоровый сон – это сколько у нас часов? Давайте напомним зрителям, чтобы сколько нормальный человек спал в сутки? 8-11 часов. Угу. То есть полностью абстрагироваться и забыть про все? Да, да, да. Во сне к нам, конечно, приходят сны. Это сон, сны видит каждый человек. Мы можем просто их не помнить. И как раз во сне идет вот эта переработка информации. Человек отдыхает. И вообще отдых и сон – это такая бесплатная самотерапия. Понятно. Спасибо большое, Татьяна, за беседу. Мне кажется, это очень дорогое. Дорогое удовольствие, сон и отдых на сегодняшний день. Спасибо большое. Спасибо вам.
Наша программа подошла к концу, а я напоминаю, что если у вас есть темы, проблемы, которые вы хотите, чтобы мы поговорили и обсудили, пишите их в мессенджеры по номеру телефона, который указан на экране, и мы обязательно их обсудим за чашечкой кофе с психологом. С вами была Диляра Тимербулатова. Всего доброго.